Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик. Ну, проще говоря, нефрит. Сегодня мы с вами продолжаем прохождение Parasite Eve. Скажу сразу же, сегодня я на позитивных очень эмоциях. Ибо я посмотрел сейчас свое любимое шоу под названием Wrestling WWE Raw. Меня очень порадовал сегодняшний, так сказать, бои. Я увидел и Роман Рейнса, и Сет Роллинса, и Дин Эмбруса. Когда особенно Роман Рейнс и Сет Роллинс пришли на помощь Дин Эмбрусу. Это было нечто. Ну, там еще про Рон Раузи с Натальей. Ну, короче, ребят, это не суть важно. Очень было очень потрясающее шоу, блин. Давно я такого не видел. Прям... вообще гуд. Да, и, кстати, не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии по данным видео. Ну, а мы продолжаем. Такс, у меня где тут кнопки-то? Ага, вот мои кнопки. Вчера после. Как его? Silent Hill. Я, видите, путаюсь в кнопках теперь. Потому что... на Соньке одни кнопки настроены, на Silent Hill другие. Но это две игры, на которых я на клаве прохожу жуть. Так. Здесь мне уже делать нехер, как я понял. Вспоминаем, что я делал. Вспомним, что я делал. Ладно, идем туда. Куда мне надо. Давай пойдем туда, давай пойдем сюда. Что, блядь, не откроется это? Дай открыть. Не хочет. Что-то не хочет. Идем на третий этаж. Мы же никого не боимся уже, да? Мы же крутые. Да. Давай. Гребаный. А чё у тебя рогов-то так много? Ой, не стреляй. Ой, блин. Знаете, как он шмаляет. Так, а можно мне энерговыстрелом шмальнуть? Так. Дункнем один разок. О, она. Снова пока. Ой, ептать. Да ты чё? Что такое буйный? А мне же так завалит нахер. Он идет на меня-то прямо. Да, блять, он прямо на меня и бежит. Да, блять, как к нему убегать, увертываться? Он так меня закатает нахер вообще. Ты, мотанга херова. Конечно, нам уже голову, в смысле. Ой! Че, вообще психовать решил? Успокойся. Релаксни. Блять, я даже не знаю, как спрятаться от тебя. Забегал, пойдем. Блять, не знаю, как бежать даже. Блять. Значит, еще раз энерго.
Ну вот, я сейчас энергию выстрелю. Я лучше под хпшусь. Хорошенько. Он забегал. Буйный тип. Есть, я его победил. Трицераптора. Древаного. Поднять. Поднимаем, поднимаемся. Да, оружие дали. Лучше по птичек дали. Надо, сука, этот больше атаки. Эй, ты ж гад. Ура. Я чувствую, как будто я сейчас вспыхну. Так, все засейвился, отлично. Потому что сейчас, походу, дело будет махачом с этим. Ой, уйди от меня, пакостный. Уйди, огнеметчик недоделанный. О! У меня крутая магия есть. Все, тебе трындец. Вот что я хотел. Настя Нолан, если ты сейчас смотришь, ты вот про что я тебе говорил. Вот это крутая магия самая. Отхвати люлей называется. Потому что восстанавливаться пипец как. Нихера он меня тут тоже навалял. Нахер. Сожрать по птичке. Лучше бы ты жарил. Ох ты. Меня попал. Чувствую, близко-то не подойти. Уделал. И трицератор. И тирексу пришел, капец. Правильно, сегодня нет. В бодном состоянии. Какую-то дали крутую, наверное.
Я сила, покажите мне пушки. Если ее скомбезить, сейчас сохраним всякий пожарный. Давайте посмотрим, что это за пушка М8000. Кого-нибудь хоть убить надо попробовать. Да, вначале засейвиться. Так я не помню, куда сейчас идти опять. Кто-нибудь напал бы на меня? Для приличия это. Че, ни одного ублюдка нет? Да вы че? То атака на атаке, то че, блин? Мне пушку надо проверить. О, наконец-то махач. Нормально. Вообще отлично. Вообще пушка огонь. Пистолет какой, а? Фу. Вообще огонь, огонь, огонь. Надо как раз под хпшиться. Где там аптечка 2-то? Да, от нее толку все равно нет. Что за ключик лампа? Да. Такое ощущение, что здесь тоже уже был. Право опять. Так, можно направо, можно вверх. Ничего. Решается быстро слушать. Так, скажи, я не туда пошел. Ходил мне на лифт. И к этой. К Еве, которая паразитка. Да ладно. Уже не было махача, я бегал только что. О, ложки. Лизучка. Все, выжила? Я купил. Шикардос. Прыжок мне не надо. Так, давайте уровень сразу же поднимемся. БП, да?
улучшим нашу пушку. Еще пусть круче будет, чтобы вообще всех вышибать. Царя скорпионов тут больше нету. Лягушки, что ли? Одна. Да. Геройская. Попробуем пройти к Еве. Поехали на четвертый этаж. Как-то, блядь, ни хрена себе лифт тут гоняет. Только бум, все, а мы уже на четвертом. Он вверху взлетает, наверное, по ходу дела. Блядь, что, как мне туда пройти-то? Так. Начинаю жестко тупить. Потому что я не понимать, куда мне идти. Здесь каким-то люля еще. Чего все ко мне лезете? Минусанули. Че выжил? Не помню, куда идти. Может, кабинет Клампа? Только жму рожек лампы. Обгоревший труп его. Хотя здесь ничего интересного уже нет. Может, не надо туда, откуда меня... Походу дела все до меня нашло. Откуда меня трицераптор сюда скинул? Блядь, я сейчас не помню, как туда идти. Сейчас, подождите, начнем вспоминать. У меня вроде память-то подводить не подводила, но надо самое сориентироваться. Хотя все верно, но сюда надо. Получается, наверх, чтобы подняться. Надо на лестницу выйти. Вот. Пошли туда, где меня динозаврик скинул. Мультик пошел, значит, правильно все. Что, здесь еще один динозавр, что ли? Не, по-моему, здесь не должно быть уже. Что за блядство? Кто тут такой нахер?
откуда... Если посмотреть, откуда я пришел. О, сколько у вас ребят. Мне этот пистолет однозначно нравится. Супер мега зашибись. Отсюда я пришел, да? Я так должен понимать. Да. А почему я портанулся туда сразу же? Тут угол? Я не понял. Я же вижу, туда как-то можно попасть. Там вот секрет. А, вот как. Еще круче хотят пушку додать. Да, у меня броников больше нету. Садимся, пробуем. Ни хрена, короче, он мне лучше становится. Короче, не будем. У меня сейчас сколько инструментов-то? Один. Как все загажено. Ева на другой стороне. Она запела. Ева! Голая Ева. Быстро, слушайте, у нее это 9 месяцев прошли. Удивительно, как ты сюда дошла. Ты, значит, пришла поздравить меня с рождением. Что хочешь сделать, Ева? Возможно, ты поможешь мне ответить на этот вопрос, Айя. Почему люди рожают? Майя? Если, ребята, увидите пиксели, то это я скажу, просто я увеличил разрешение текстур. У меня тут же стоит же 640 на 480 стандартно.
Но я сделал разрешение 1360 на 768 по своему размеру экрана. Поэтому вы видите отличие. Но зона весь экран, все. Ну ни хера себе. Вот он, полный пиздец. Ты в порядке, Айя? Айя. Дэниел, Мида, вы оба сделали это. Ага, у нас получилось, хотя ты видела эту уродливую мамашу. А то все люди из парка. Что? Тогда значит и Лоррейн является частью этой штуки? Мне очень жаль, Дэниел. А, да, теперь стало очевидно, какие лекарства принимала Мелисса. Что же это? Эй, ей приписали иммуносупрессанты. Иммуносупрессанты? Зачем? Почему? Вот оно как. У Мелиссы была пересадка органов еще в детстве. Пересадка? Какого рода? Похоже, у нее одна из почек твоей сестры. После аварии и смерти Майи. Пересадка почки? Так у Мелиссы почки Майи? Твои мать и сестра были донорами. Что? Неужели я ничего не знала? Органы твоей матери нельзя было пересаживать после несчастного случая. И почки мои были трансплантированы Еве. То есть, извините, Мелиссе, у нее болезнь почек. Тогда почки Евы? Это почки Майи? Ассистент, присутствующий при операции, думаешь он? Ганс Кламп, наш главный клан, хотел стать доктором. Врачи, делавшие операцию, были удивлены, и они кричали, что почки были горячими. Тогда Ева это? Мне трудно говорить, но оригинал был у Майи. Ева убила мозг хозяина и выстрелила, вырастила почку и получила себе тело. Вот что случилось с Мелиссой. В ее случае иммуносупрессанты послужили катализатором. В Японии Ева захватила девушку, пережившую пересадку. Пересадку почек, если точно, и она принимала те же иммуносупрессанты. Все было готово для того, чтобы Ева имела утробу для выращивания яйцеклеток. Когда происходит пересадка органов, необходимо, чтобы ДНК пациентов совпадали. Тогда симбиоз возможен и необходим прием иммуносупрессантов для контролирования иммунитета. Когда Ева контролировала Мелиссу, она чувствовала изменения, но в конце концов ей досталась главная роль в опере. Если бы она сходила к врачу, ей бы предложили отказаться от роли, и она продолжила принимать лекарства. А приняв так много, она настолько ослабла, что Ева смогла захватить ее тело. И так она превратилась в Еву митохондрию. Значит, Майя это Ева. Вообще-то это митохондрия Майи.
теперь мы уже знаем все. Роджер, начинаем операцию, сэр. Наконец-то пришло время испробовать наши силы. Не умничайте, Линч. Все идет к этому. Есть, сэр. Извините, адмирал. Вызываю все самолеты. Получим приказ атаковать. Начать операцию. Направляйте к статуе Свободы. Как указано, отряд 1 вертолетов готовится к плану 2. Отряду 2 начать поиски, а остальным постараться воспрепятствовать дальнейшему продвижению. Что? Ты уверен? Флот на подходе. Что? Этого нельзя допустить, а то будет как вчера с истребителями. Нет, Лорен не может быть частью этой твари. Огромное существо или нет, это клетки. Именно там Ева будет рожать. Где она рожает? Да, огромное существо будет барьером, защищающим сверхсущество. Лоррейн. Вертолеты летят. Все вниз. Прикройте головы. Офицер Бри, ФБР. Не так ли? Мэм, я должен отвезти вас к самолету. Отвезти ее? К чему? Добро пожаловать на борт. Это Нимица. Меня зовут Вильямс, я командую этим кораблем. Извините, что не предупредили вас. Гей! Ну да, наверное, стопудово. По-другому тут видеть нельзя материться, наверное, он сказал. Хотел сказать, пидор, не подвергайте ай опасности. Гей, блядь, сука, да. Культурный, блядь, негр. Ты кто такой, чтобы так разговаривать с адмиралом? Да потому что этот адмирал пидор. Все нормально, ничего, он все-таки прав. Адмирал признал, что он пидор, что он гей. Что? Что вы имеете в виду?
Только вас она не может воспламенить. Я прошу вас сбросить с вертолета на тварь ядерную бомбу. Погодите, а я не умеет пилотировать вертолет. Не волнуйтесь, в вертолете автопилот, у нее не будет с этим проблем. В таком случае ей только сбросить бомбу с расстояния, где она не возгорится. К сожалению, для того, чтобы оружие сработало, нужно подлететь близко. Мы не сможем подлететь настолько близко, так как сгорим. Но... Я сделаю это. Айя, ни за что, ты не полетишь туда. Наша судьба в ваших руках, Айя. Ну, Дэниел. Это шутка? Это не Лоррейн. Сделай это из-за Лоррейн, Айя. Подождите, Айя, возьмите это. Блять, опять что-то он хочет навтюхать. Кончай с этим, у нас нет на все это времени. Да, конечно, Айя, будьте осторожны, там наверху, ладно. Конечно, все будет нормально. Билдинг на более знакомый. Это по второму сценарию, если кто-то будет проходить, столкнется с этим Крайслером. Существо в поле зрения. Перестроиться. Что? Что здесь происходит? После последнего боя мы можем предвидеть такие атаки, поэтому мы перестроились. Что вы имеете в виду? Мы будем вашим щитом. Вы сможете выжить, чтобы атаковать тварь. Что? Нет, я не стану это делать. Вызывай души. Входим в зону поражения. Приготовиться. Приготовьтесь к атаке. Ладно, прошу вас, отлетите от меня сейчас же. Мы не можем не использовать приказ, кроме того, как того мы уже в зоне поражения. Почему я? Почему это происходит со мной? Я не понимаю. Но мне уже все равно. Будь проклята, Ева. Только я могу тебя уничтожить раз и навсегда. Майя, я покончу с этим и позволю тебе покоиться с миром.
Мы сделали это. Отлично, все прошло великолепно. Возвращайтесь на базу, Ая. Нет, еще не конец. Ая, возвращайся. Продолжать слишком опасно. Возвращайтесь на базу. Мы спланируем. Но... Да, ребят. На сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefray1987. С вами был Нев. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. И всем пока-пока. Let's rock.